Озеро имени Лейк Луизы. И имени Луиза, да, это самое считается снимаемое озеро. Это ледниковое озеро. Нам не повезло, дождь. Следующие 3 дня дождь, и гор не видно. Мы тут слегка примерзли. Вот оно такого цвета особенного. Может, Юля лучше волосы распустить? Да, Юля вот у нас совсем замерзла, это папа. Тут толпы людей, мы, честно сказать, давно не живем в Альберте, не ожидали таких толп людей. Это отель здесь на Лейк Луиз. Собственно, вот здесь есть несколько хайков вдоль этого озера. Сам по себе... Можно на каяке поехать. Да, можно поехать на каяке. Наверное, мы все-таки поднимемся в какой-нибудь небольшой хайк. Можно на каяке поедем. Да, можно спросить. А, подожди. Это Лейк Морейн. Это, наверное, одно из самых красивых озер Канады. Жена комментирует, я не буду. Да. Сюда все равно открыто всего пару месяцев в году, потому что здесь узкая дорожка, и в июне оно открывается, а в середине сентября уже закрывается. Там маленький лодж есть, можно на лодочках покататься. Такое. У нас тут озеро. У нее особый цвет воды, вот с этого ледника такая вода. Лейк Морейн. Sorry. Аппарат мелкозахватный не может передать всю красоту. Горы, озеро. How beautiful it is. А! Не получилось! Толпы людей, я вообще не представляю, что тут творится в солнечный день. Сегодня льет дождь безостановочно. И все равно неимоверное количество людей. А это Лейк Луиз. О, но, Лейк Морейн. Берега. Юль, помаши маме ручкой. И сейчас поедем домой уже.